В Актобе наградили медалью Куаныша Карасартова. 5 июня, в день теракта, мужчина самостоятельно задержал одного из террористов. Тогда он совершенно случайно стал свидетелем нападения на оружейный магазин «Пантера». И резко машина вышла, схватил ружье. В это время, когда схватил ружье, он успел курок нажать. Вверх ушел уже пуля. С ним боролся, на землю уложил. Потом ногой взял, за шею начал давить вниз. Куаныша Карасартова пытался застрелить другой экстремист, однако, к счастью, не попал и просто сбежал. После выяснения всех обстоятельств героизм мужчины решили поощрить наградой. От ДВД области ему вручили медаль. Напомню, в ходе терактов в Актобе 5 июня погибли 7 человек, трое военнослужащих и четверо мирных жителей.